Добрый день, уважаемые посетители интернет-магазина «Электронов». Мы сегодня рады вас приветствовать у нас в гостях и постараемся вам рассказать о нашей продукции, о том, какое у нас есть разнообразие товарных групп, ну и, собственно говоря, чтобы вы сами определились, приходите к нам в гости, убедитесь в том, что сейчас вы увидите. Ну, прежде всего, мы начнем, наверное, с самого главного инструмента, точнее, с наборов инструментов самых различных наименований и групп. Это, конечно же, паяльники. Сколько уже прошло десятилетия, тем не менее, они не уходят, как говорится, на пенсию и будут еще долго востребованы. Какие у нас есть паяльники? От самых простых, бюджетных, с пластиковой, с деревянной ручкой, до импульсных паяльников, это профессиональные модели, нагревающиеся за несколько секунд, а также настоящих силачей, которые могут потреблять мощность 100, 300 и даже 500 ватт. Я не зря упоминал именно о мощных паяльниках. Мы видим, как сфера радиотехники пересекается с бытовой сферой, то есть они могут использоваться по самым различным направлениям. Теперь мы не можем не сказать о, скажем так, приспособлениях для пайки. Это различные жидкие флюсы представлены у нас, а также, скажем так, изоленты самого разного вида, типа размеров, форм, цветов и плотности. Инструменты, скажем так, для пайки и расходный материал не ограничивается только этим. Есть у нас припои различного вида, а также химия для пайки. Это у нас представлено на отдельном стенде. И скажем, что есть большой выбор и производителей, торговых марок, размеров, весов. Без этого, вы сами понимаете, обойтись совершенно никак. Ну, в частности, вы видите там жидкости для очистки контактов, дихлоретан, ну и десятки, в принципе, различных жидкостей и компонентов для пайки. Даже самый простой прибор нельзя собрать или разобрать при наличии даже всего, если у вас не будет, ну, скажем так, инструментов и даже обычной отвертки. Поэтому на следующем стенде вы увидите, даже сейчас видите, бокорезы, кусачки, плоскогубцы, инструменты для обжима и очистки кабеля. И сразу скажем, что у нас представлены не только единичные, скажем так, экземпляры, а также мы считаем, что очень выгодно и удобно приобретать различные наборы. В частности, мы можем вам показать один из наборов, в котором 14 компонентов, не только, собственно говоря, инструменты, а также паяльник. И можно сказать, что это достаточный минимум, чтобы вам практически провести большинство работ. Очень удобен на подарок и по цене, скажем так, приобрести его дешевле в два раза, чем покупать отдельно инструменты. Теперь мы перейдем также к направлению паяния. Это паяльные станции. Если раньше наши, как говорится, отцы работали просто паяльниками, то сейчас технологии позволяют в одном аппарате интегрировать фен и, собственно говоря, паяльник с регулировками по разным направлениям. Вот вы видите примеры станций. Вот первая станция, самая маленькая, UK-702, она небольшая по весу, тем не менее, очень функциональная, удобна, востребована. Станции, которые рядом, немного более по весу, больше, но тем не менее, они могут быть использованы, допустим, в условиях гаража, поскольку имеет металлический корпус. То есть у нас вы найдете для себя все, что, как говорится, востребовано для вашего класса задач. Теперь вы можете посмотреть, ну да, вот еще одна есть у нас
паяльная станция. Кстати, есть станции совсем миниатюрные, очень маленькие, которые могут быть использованы, ну, скажем так, во всех смежных направлениях. Да, очень маленькие станции. Не обязательно в радиотехнической отрасли. На них даже вот приятно посмотреть, взять в руки свою миниатюризацию. Они привлекают внимание. Надежными инструментами, скажем так, даже является у нас определенная группа оптических приборов. Это у нас различные лупа, третья рука, которая позволяет в буквальном смысле там зажать плату, чтобы руки были свободны для владения паяльником, ну, оловом и, так сказать, другими расходными материалами. Есть еще бинокуляры, также есть выбор. И если вы работаете с мелкими деталями, все эти группы оптических приборов просто-напросто незаменимы. Теперь мы перейдем также к одному из приоритетных наших направлений. Это измерительные приборы. Скажем сразу, измерительные приборы у нас представлены в прямом смысле слова в самом, ну, как говорится, лучшем виде. Почему? Потому что они освещены, если уж вы можете посмотреть, светодиодной лентой. В этом ракурсе они, вы сами можете посмотреть, очень хорошо представлены. Поэтому светодиодная лента у нас как нельзя лучше тут в практическом применении себя нашла. Какие у нас есть группы приборов? Ну, конечно, основной — это мультиметры. Основные ведущие торговые марки, проверенные годами, это Unit, это MustEdge. Они выпускают не только, скажем так, универсальные автоматы, а также токовые клещи, различного рода люксометры, пирометры. Все это вы можете посмотреть у нас в ассортименте на сайте. А также приходите и без проблем можете взять, пощелкать, посмотреть. И мы уверены, что вы найдете и по душе себе, и самое главное, по цене и решаемым задачам. Что у нас еще есть в наличии? В принципе, вот эти приборы, они используются при самых разных измерениях. Но, тем не менее, у нас еще есть очень удобные и точные весы. Можете посмотреть, у нас большой выбор. Меряют с точностью, в зависимости от модели, до десятых, сотых и даже тысячных грамма, поскольку в радиолюбительской практике встречаются случаи, когда нужно, скажем так, какие-то сыпучие или жидкие материалы замерять для приготовления растворов с высокой точностью. Пожалуйста, приходите, у нас доступно. Сделайте несколько шагов и можете посмотреть и выбрать эти удобные помощники. Очень важное и нужное направление, и сейчас оно востребовано не только в стране, во всем мире, конечно, это светодиодное освещение. И у нас есть для вас, для удобства, можете прийти и посмотреть, как дискретные светодиоды самой разной мощности, раскрасок, а также, мы считаем, очень перспективное направление, это светодиодные модули. Мы специально для вас подготовили и сделали стенд, где показаны образцы нашей продукции. Продукция очень, как видите, яркая, а самое главное, экономичная. На нашем сайте смотрите наши видео, где мы проводим соответствующие эксперименты. Также есть, можете посмотреть, у нас украшен офис светодиодными лентами. Светодиодные ленты у нас также представлены в ассортименте. В зависимости от расцветок, размера светодиода, потребляемой мощности, видите, это, пожалуй, самый гибкий вид продукции. Разместить можно как угодно, и даже вашей всей фантазии не хватит, чтобы придумать сферу для ее применения. Ну, теперь давайте перейдем к очень обширной группе. Это аксессуары для мобильных телефонов, а также компьютерной периферии. Ну, начнем мы с корпусов. Как видите, сверху, почти донизу, у нас есть корпуса для разных моделей. Корпуса — это очень важная часть телефона, поскольку напрямую защищает его от различных ударов, царапин. Поэтому эта продукция востребована сейчас и будет всегда востребована.
Следующий важный аксессуар также в плане защиты телефона — это защитные пленки, защищают ваш экран. Однозначно лучше купить и дешевле пленку, чем потом тратиться на ремонт экрана, поскольку царапины устранить невозможно. Еще один важнейший компонент телефона — это батареи. Также смотрите видео, мы большое внимание уделяем исследованию батарей, проводим различные эксперименты. А если вам нужно приобрести, пожалуйста, приходите, заказывайте по телефону. У нас есть, в принципе, для всех брендовых моделей батареи. Следующее направление — это компьютерная периферия. Ну, конечно, это компьютерная мышь, без них никуда. Сколько прошло лет, они по-прежнему в строю. Хотя у нас мыши уже есть, скажем так, даже оптические, даже есть беспроводные. То есть очень удобно, батарейки хватает на год, можете приобрести. Также у нас в наличии различного рода кабели, переходники самых различных направлений. Мы подготовили для вас также обзор. Заходите в раздел периферии, можете ознакомиться, чтобы сделать быстро свой выбор. Также у нас есть различного рода зарядные устройства, работающие от прикуривателя, а также от прикуривателя у нас работает различного рода, скажем так, FM-модуляторы, MP3, MP4 плееры. А также, учитывая то, что если зимой возможны сбои будут с электричеством, обратите внимание на такие очень удобные устройства, как пауэрбанки. То есть они позволят значительно в несколько раз продлить возможность функционирования вашего телефона, даже если пропало электричество. Также у нас есть зарядные устройства, можете посмотреть, различного вида для различных моделей и на различную нагрузку. То есть есть аккумулятор, есть зарядное устройство, ваш телефон будет всегда в строю, приходите, выбирайте. Ну, если уж мы сказали про наушники, нельзя не упомянуть про колонки. Также у нас есть представлен различный ассортимент колонок. Причем колонки, как вы видите, есть разных видов, и даже самые маленькие, и даже работающие от аккумуляторов, имеющие дополнительные, скажем так, устройства в виде приемника, подключение к USB. Конечно, это перспектива, это будущее, поскольку сейчас любая связь старается быть беспроводной. Ну и вот есть у нас еще, как бы по форме похож на старый приемник, но тем не менее, за этим скрывается очень серьезная начинка. Там внутри есть фонарик, там внутри есть различные разъемы, поэтому можете почитать на сайте, прийти, посмотреть. Это уже не два, не три даже в одном, а может быть 5 или даже, скажем так, большее количество функций в одном. Ну вот, в принципе, почти все, что мы хотели рассказать. Но еще, вы, наверное, видели в кадре, мы упомянем о термоусадочной трубке. У нас есть большой выбор. Несмотря на то, что, казалось бы, это может быть материал не всегда используется, но тем не менее без него зачастую нельзя обойтись, поскольку надежно, а самое главное, эстетично и безопасно скрыть провода с помощью специальных несложных манипуляций. Это очень важная, нужная вещь. В принципе, представлена у нас в большом разнообразии, поэтому тоже можете посмотреть, подобрать на сайте или у нас здесь непосредственно в офисе. Ну и в заключение скажем, что несмотря на у нас сугубо такую техническую направленность, как вы можете посмотреть, у нас в офисе очень уютно, очень доступно. Поэтому заходите на наш сайт, звоните, приходите в офис и подписывайтесь на наш канал YouTube, где мы выкладываем наши все самые последние оперативные видео. Всего хорошего! До новых встреч!